Всем привет на моем канале. Я уже показывал, как я клеил защитные стекла и пленки на телефоны, на айфоны в частности. В этом видео покажу поклейку вот такой вот пленки на Apple Watch. Заказана на AliExpress. Стоит около 2 баксов за 2 штучки. Вот так она приходит в таком комплекте. Она есть для часов 38, 42 и 44 миллиметра. Независимо от модели. Вот это 38, вот под них, кстати, заказаны эти пленочки. Вот здесь уже пленочка есть защитная, как видите, ее абсолютно незаметно здесь. Но если присмотреться немножко, то в принципе можно увидеть вот здесь краешки. Вот она здесь поклеена. Уже немножко есть царапины на ней. То есть края видно все-таки, но по большому счету пленку саму незаметно. Я уже несколько раз переклеивал, уже много раз заказываю. Обычно по несколько штук, потому что одну иногда не получается с первого раза приклеить. Соответственно, приходится пытаться со второго раза. И поэтому заказываю по 2 штуки. В комплекте приходит... вот такой вот наборчик. Соответственно, 2 стикера, 2 комплекта влажная сухая салфеточка, 2 сами защитные пленки и вот такой вот из бумаги с мягеньким, таким мягенькая такая ткань, чтобы прогонять потом поклеенную уже пленочку. Вот. Сама пленочка выглядит вот так. Здесь есть надпись Back. И сейчас я буду вспоминать, как это все дело клеится, потому что последний раз я ее клеил, наверное, около года тому назад. И, соответственно, нужно будет сейчас вспоминать и клеить заново. Ну что же. Здесь есть, кстати, вот такая вот инструкция, но которая особо ничему вас не научит. Почистить, оторвать, с какой стороны непонятно, потому что здесь есть... вот эта вот часть отрывается. Вот эта вот тоже часть отрывается. И вот эта еще часть отрывается. Какой стороной клеить, непонятно. Сейчас будем разбираться и покажу вам сразу, как это все дело выглядит на часах. И сам процесс поклейки. Первым делом отрываем влажную салфеточку. Под номером 1 и тщательно вытираем. Далее сухой. Собираем мелкие частицы. И приступаем непосредственно к поклейке.
В общем, получилось все вроде бы неплохо, но на самом деле пошел я не тем путем. Нужно было сначала оторвать, где у нас второе. Вот, оторвать сначала вот эту пленочку. И потом уже клеить. И после этого всего отрывать уже вот это. Но все равно результат неплохой. Ничего не видно абсолютно, где она приклеена. По-моему, прекрасно смотрится. Для того, чтобы вы убедились в том, что пленочка действительно поклеена, смотрите. Вот здесь есть краешек. Вот под таким углом видно, вот она, идет краешек пленки. То есть вот она приклеена здесь. Ну а на расстоянии, в принципе, вообще незаметно. Да и так вот. Абсолютно незаметно, что она поклеена. Поэтому пленку клеить можно. Результат отличный. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки, смотрим другие видео. Пока.